зовут Юля. Мне лет 7. Меня зовут Карина. Деда 10. Меня зовут Настя. Мне 7 лет. Меня зовут Жанна. Мне 12 лет. Меня зовут Настя Астахова. Мне 8 лет. Меня зовут Яна. Мне 9 лет. Меня зовут Наташа. Мне 12 лет. Меня зовут Вика. Мне 8 лет. Меня зовут Катя. Мне 10 лет. Меня зовут Вика. Мне 11 лет. Меня зовут Владислава Залюбовская. Мне 12 лет. Меня зовут Настя. Мне 12 лет. Меня зовут Вика. Мне 10 лет. Меня зовут Дарина Беспалая. Мне 11 лет. Меня зовут Катя. Мне 12 лет. Меня зовут Кристина. Мне 12 лет. Меня зовут Диана. Мне 12 лет. Меня зовут Полина. Мне 13 лет. Меня зовут София. 7,5. Нет. Сильного страха так не вызывает. Нет. Он не страшный. Он не страшный. Не знаю. Он милый, чтобы его бояться. Я ничего не боюсь и никого. Он не предоставляет мне никакой угрозы. Нет смысла его бояться. Он не страшный. Ну, он сильный и красивый. Мне не страшно. Нет. Потому что он милый, мужественный и сильный. Потому что не страшно, а что тут бояться? Он не страшен. А почему я должна его бояться? А почему я должна его бояться? Дам сдачи. Ударю его тоже. Почему у меня мама? Ничего. Обнимаюсь, это все равно дома нет. Плакать? Не знаю.
боится. Не знаю. Я, наверное, скажу, что так нельзя делать. И пусть лучше подумают, что сделала. Я, конечно, расстроюсь, заплачу, может быть, уйду, понятное дело. Обижусь, попытаюсь встать. И пойду дальше. Так ударю, как он меня ударит. И сдачи ему дали. За сейчас забуду. Ha ha ha.